Дамы и господа, в преддверии Дня Святого Валентина русское радио «Армавир» проводит конкурс «Самое романтичное признание в любви». Для этого нужно всего лишь отправить совместное фото и миниатюрный рассказ о признании в любви на адрес info@amedia.tv, а также указать фамилию, имя, отчество и номер телефона. Таким образом, вы не просто оригинально признаетесь в любви, ваша лавстори гарантированно будет вознаграждена ценным подарком. Спонсоры к такому дню особенно постарались и приготовили победителям замечательные сюрпризы. Один из них – романтический ужин на двоих в маленьком Париже. В VIP-комнате уютно расположен в клубе «Кристалл». Здесь вы сможете не только отдохнуть со вкусом, но и отведать великолепную европейскую кухню, насладившись поистине незабываемым вечером. Для тех же, кто любит активный отдых, пейнтбольный клуб «Арма» приготовил не менее ценный подарок – сертификат на увлекательную игру. Уж поверьте, такое развлечение позволит устранить всю накопленную усталость, получить заряд положительных эмоций, с пользой провести время и к тому же еще раз признаться в любви. Салон-магазин «Магия белья» не остался в стороне и, в свою очередь, тоже дарит сертификат на сумму 3000 рублей на роскошное женское белье. Надо сказать, что от такого огромного выбора великолепных корсетов, граций, бюстгальтеров, красивых чулок, купальников и других вещей глаза просто разбегаются. Все это станет изысканным подарком для очаровательных женщин. На этом подарки не заканчиваются. Меховой салон «Мода энд Мода» также постарался. Женская сумка из натурального меха отправится к представительнице прекрасного пола. Ну что может быть прелестней? Эти милые штучки как нельзя лучше подчеркнут вашу индивидуальность и, конечно же, поднимут настроение. Кстати, сейчас в салоне праздничные скидки до 50%. Наконец, спецприз, который подготовил магазин видеонаблюдения «Гелиос», который в данной акции является генеральным спонсором. «Гелиос» – одна из самых прогрессивных компаний по предоставлению услуг в области видеонаблюдения. Благодаря грамотным, постоянно развивающимся специалистам, компания может воплотить любое желание клиента. Каким же будет специальный приз, вы узнаете чуть позже. А сейчас остается напомнить, что акция уже стартовала, а с 10 по 14 февраля всем участникам необходимо дозвониться в прямой эфир радиостанции «Русское радио Армавир» 104.7 FM, ответить на вопрос от спонсора и получить гарантированный подарок. Поспешите принять участие в самом романтичном конкурсе. И, дорогие друзья, я искренне вам желаю любви, удачи и счастья. Амедиа с вами всегда. Анна Омельченко, Александр Пензев, служба новостей «Армавира».